В Тбилиси простились с Сатаром и Ассилиани. Грузинского кинорежиссера, значительную часть жизни снимавшего во Франции, не стало 17 декабря на 90-м году жизни. Фильмы и Ассилиани, известные своей фантазией и ироничной отстраненностью, были признаны за рубежом. Его первая полнометражная лента «Листопад» в 68-м году была отмечена наградой как лучший дебют на Каннском кинофестивале. Фильмы «Пастораль» и «Утро понедельника» чествовали на Берлинале. Ряд других, в том числе «Фавориты Луны» 1984 года, получили специальный приз жюри в Венеции.